Господа, добрый день. У нас сегодня очередной вебинар. Обсуждаем текущую ситуацию на Форексе. С вами я, Василий Якинкин, и компания FIBA Group. Традиционно рассмотрим план вебинара. Здесь ничего не изменилось. То есть во главе угла ставим фундаментальный анализ основных мировых валютных пар, исходя из того факта, что примерно 80% транзакций на спот-рынке Форекс заключается, исходя из фундаментальных оценок. В двух словах, что мы понимаем под фундаментальным анализом? Это проведение оценочной стоимости той или иной валютной пары, а затем идет сравнение с ее рыночным курсом. Если оценочная стоимость выше, чем рыночный курс, то валютная пара считается недооцененной рынком, ее следует покупать. Если оценочная стоимость ниже, чем рыночный курс, то считается, что валюта переоценена рынком, ее следует продавать. Казалось бы, все просто. Дьявол, что называется, в деталях, а именно, по какому алгоритму проводить оценочную стоимость той или иной валютной пары. Во многом это определяется глубиной вашего инвестиционного горизонта. Ну о чем речь? Если, например, ваш инвестиционный горизонт очень глубокий, десятки лет, то лучше всего проводить оценки валютных пар по паритету покупательской способности. Кстати, по паритету покупательской способности американский доллар существенно переоценен относительно блока валют развивающихся рынков. Так, доллар-рубль по ППС где-то на уровне 24. Если ваш инвестиционный горизонт гораздо уже, квартал, месяц или даже неделя, то лучше всего проводить оценки по региональным перетокам капитала. Причем оценки здесь делаются до уровня больше-меньше. То есть, если регион, из которого капиталы уходят, то там, соответственно, ожидаем падение региональной валюты. Если есть регионы, куда капиталы втекают, то там ждем повышения региональной валюты. Ну и, наконец, самое интересное для частных инвесторов – это торги внутри дня. Опять же, по фундаментальному анализу. Как правило, в таком случае торги сводятся к банальным торгам по экономическому календарю. То есть торги ведутся на ожиданиях и в момент выхода той или иной макроэкономической новости, скажем. Причем здесь моделирование рынка производится в двух относительно независимых плоскостях. В первую очередь это марковскими процессами. Ну, кто не знает, что это такое, забыл теорию вероятности, ну, читайте в моих книгах, я подробно это разбираю. Суть в двух словах такого моделирования заключается в том, что у рынка очень короткая память. То есть на практике можно ей пренебречь. Что это значит? Как это понимать? Это значит, что рынок дисконтировал в себя ожидания того числа, который мы ждем выхода вот макроэкономической новости. То есть вот это очень важный момент, играть на ожиданиях, а не на сравнении макроэкономического индикатора численно, что было в прошлый раз и какая цифра вышла сейчас. Важно понимать, что если макроэкономический индикатор позитивно воздействует на национальную валюту, то при выходе числа больше, чем ожидания, валюта будет расти. При выходе индикатора с меньшим численным значением, чем ожидали, валюта будет падать. Закономерный вопрос, где брать ожидания? Ну, ожидания брать в Bloomberg или в Reuters. То есть вот такие СМИ, которые обхватывают достаточно широкие слои трейдеров, инвесторов, там ожидания публикуются. Интегрированные, конечно, ожидания. Вот. И, соответственно, несколько слов о марковских процессах. То есть марковские процессы очень краткосрочные, и там для новичка очень сложно заработать, потому что основное движение идет практически в первые 5, ну, максимум 7 минут. А сам процесс длится 20-40 минут, и к рынку возвращается память. Вот характерный момент затухания марковского процесса – часто происходит в форме гармонического осциллятора. Там включаешь, например, одноминутную или двухминутную развертку и видишь хвостик цены вот в форме косинусоида или синусоида. Значит, все, сейчас к рынку вернется память.
И когда к рынку возвращается память, то переходим на те валютные пары, на которых существовал устойчивый тренд, пусть даже локальный. И ищем такие пары, на рынке которых марковские процессы двинули валюту против существующего тренда. Например, на обычном рынке марковский процесс опустил валюту, а на медвежьем рынке, соответственно, поднял цену. В таком случае, в момент, когда к рынку вернулась память, для среднесрочных игроков ничего не произошло на рынке. Вышла какая-то флуктуация, которая совершила флуктуацию цены нашей валюты. Вот. Но тем не менее создаются условия для лучшего входа в рынок. Например, для быков, еще раз говорю, если марковский процесс совершил просадку цены, то для быков, соответственно, создались более удобные условия для покупок. Идет массовый вход в рынок за счет наращивания позиций, цена быстро возвращается к точке входа, пробивает ее снизу вверх, и по ценовым проекторам, чисто технически, можно достаточно элегантно и с достаточной степенью точности определить курсовую цель, ценовой проектор. Соответственно, если на медвежьем рынке цена скакнула наверх на марковском процессе, то после того, как медведям вернулась память, они с удовольствием начнут продавать по более дорогим ценам, и цена снова возвращается к точке старта марковского процесса. Там мы смотрим, как идет пробивание этого уровня. Если пробивание, соответственно, надежное, то по ценовому проектору можно спрогнозировать, где ловить рынок, где ставить taking profit. Вот, собственно, такие элементарные азы торгов по фундаментальному анализу. Вот на втором месте в плане вебинара стоит корреляционный анализ, поскольку корреляции – это незаменимая вещь на спот-рынке Форекс. То есть суть ее в том, что мы ищем взаимосвязи между динамиками разных финансовых инструментов. Ну, типичный пример – динамика японской иены и фондового индекса. Мы видели, вчера индексы начали в Америке подрастать, все три основных индекса – и Dow Jones, и S&P, и NASDAQ. И произошел скачок доллар-иена вверх, то есть иена под давлением. И наоборот, когда обычно индексы падают, там Никей 225, например, падает, то иена в поддержке, она растет, доллар-иена падает. Сегодня, кстати, Никей 225, отрабатывая концовку американской сессии вчерашней, то тоже рост, что оказало определенное давление на иену, и в азиатскую сессию она оставалась слабой. Хотя среднесрочный тренд по иене, не забывайте, он бычий, то есть доллар-иена вниз. Среднесрочки, чисто технически. Ну и вот на втором месте это технический анализ выбранных валютных пар. Здесь можно сделать сноску о том, что техническим анализом можно заниматься самостоятельно, минуя фундаментальный и корреляционный анализ, по той простой причине, что цена учитывает все события, которые происходят на рынке и вокруг рынка. Другое дело, что в этом случае, если только заниматься техническим анализом и не брать в голову ни фундаментальный, ни корреляционный анализ, то понятно, что ваши транзакции будут сопровождаться повышенным риском, чем обычно. Вот с точки зрения минимизации риска надо все-таки вот действовать таким кластерным способом. То есть фундаментальный плюс корреляционный задает направление торгов, а технический анализ – точку входа, а главное – точку выхода. Вот все определяет точка выхода, не вход, а выход. Это тоже следует понимать. Ну, я об этом в своих книгах тоже пишу, там, почитайте. Вот carry trade я не убираю из плана вебинара, это тактику торгов, поскольку для Форекса это палочка-выручалочка. Смысл ее в том, что мы покупаем высокодоходную валюту в обмен на продажу низкодоходной валюты. Как правило, низкодоходная – это валюта фондирования, а не продается. Но сейчас я говорю почему с осторожностью, потому что сейчас турбулентность на рынках, и не всегда в таких условиях валюты фондирования продаются. Часто они покупаются. Я уже вам сказал, например, иена – типичная валюта фондирования, она в среднесрочке характеризуется бычьим трендом.
Вот. Но тем не менее, рекомендую совершать транзакции в направлении начисления свопов, а не списания свопов, то есть как бы заниматься кэрри-трейдингом. В этом случае, если вы планируете свой бизнес на десятки лет, то по прошествии 20 лет, как это было со мной, я вдруг заметил, что по свопам я заработал не меньше, чем на курсовой разнице за 20 лет. Вот, то есть зарабатывать на курсовой разнице – это не очень благодарное занятие, поскольку курсовая разница определяется чисто стохастическими процессами, а вот свопирование – это квазидетерминированный процесс. Свопы довольно редко меняются в зависимости от политики Центробанка, то есть ставки LIBOR. Ставка LIBOR меняется только в четвертом знаке каждый день, а так, если до двух знаков после запятой, то она стоит мертво, пока ЦБ не изменит базовую процентную ставку в своей стране или циклы ликвидности не поменяются. Вот, поэтому, когда квазидетерминированный процесс, то есть почти детерминированный, то тут зарабатывать надежно можно. Вот свопы надежно зарабатываем. Если 20 лет зарабатываем свопы, то получается внушительная сумма. Итак, значит, следующий момент формирования портфеля, это тоже из разряда разговора о рисках. То есть, если вы торгуете одной транзакцией, ну, банально денег на депозите не хватает, то ваша ситуация, я бы назвал, довольно сложной, поскольку в этом случае риски у вас заоблачные и велика вероятность потерять ваш депозит. Хоть он и маленький, все равно жалко. А вот если вы торгуете так вот, как кластерным анализом минимизируя риски, то для этого необходимо формировать мультивалютный портфель. То есть, применяя все теоретические наработки управления капиталом, это и диверсификация портфеля, и хеджирование портфеля и так далее. Вот у меня тут написано, значит, коэффициент Шарпа Дженсона Трейнера. В книгах почитайте, там с точностью до коэффициентов, примеры расчетов, оценок их. Вот этим надо научиться пользоваться. То есть держать портфель на оптимальных уровнях. Каким образом? За счет добавления или сокращения определенных транзакций в портфеле. Вот хеджирование портфеля, страхование портфеля в текущих турбулентных условиях очень необходимая вещь. То есть типичный пример хеджирования, например, держатся лонги по доллар-иена и время от времени открываются на короткие периоды времени шорты по евро-иене. Вот, завершим вебинарами основными рекомендациями и выводами. Я включу вам экран своего ноутбука и по MetaTrader мы определим точки входа, а сейчас проведем фундаментальный анализ по основным валютным парам и начнем с Резервного банка Новой Зеландии. Фундаментальные оценки после того, как сегодня в азиатскую сессию Резервный банк Новой Зеландии фактически включил зеленый свет для шортов по новозеландскому доллару. То есть фактически однозначно, прошу прощения, было дано понимание трейдерам о том, что им следует готовиться к скорому снижению ставки. В итоге Киви сегодня оказался в лидерах по потерям по отношению к американскому доллару. И хотя как бы он утром нащупал опору в районе 0,6950, тем не менее продолжал торговаться с подавленным настроением, то есть с доминированием медведей. Вот аналитики National Australia Bank отмечают, что в свете последних событий их мнение относительно неблагоприятного характера картины в эволюции новозеландского доллара против американского доллара лишь укрепилось. И они предрекают паре развития и снижения. Вот, то есть по фундаменталке сейчас новозеландский доллар переоценен относительно американского визави. В National Australia Bank считают, что разворот на прошлой неделе имеет все признаки формирования многонедельной вершины. В частности, стоит обратить внимание на неспособность пары преодолеть важное сопротивление в районе 0,73340, а также негативные сигналы со стороны Momentum, это осциллятор, напомню.
В банке считают, что попытки восстановления в ближайшее время будут сдержаны вблизи, там, скажем, 0,72. И ожидают от Киева сползания в область 0,69-0,68. При этом, по мнению аналитиков банка National Australia Bank, есть риски падения курса даже к 0,67 или 0,6650. Вот. Ну, то есть, как бы, более осторожно в итоге я делаю вывод из этой фундаменталки, что надо более осторожно покупать новозеландский доллар иену с более, после более глубоких просадок, чем обычно. Ну, вот в отношении ауси доллара также высказался, то есть ауси доллар, новозеландский доллар, киви, да, это все валюты товарного блока. И они более-менее коррелированы относительно американского доллара. И вот валютные стратегии Brown Brothers Harriman, они относительно ауси доллар вчера написали следующий релиз, что как бы вот область 0,7470 это чисто технически важный уровень коррекции там по Фибоначчи. И они определяют динамику пара в настоящий момент двумя факторами. Во-первых, слабые данные по Австралии и протокол последнего заседания Резервного банка Австралии. Что, собственно, вынуждает трейдеров думать о скором снижении ставок. То есть я в своих ежедневных прогнозах постоянно пишу фразу, что ждем снижения ставки, даже ее не меняю из прогноза в прогноз. Однако ключевая публикация по инфляции во втором квартале состоится на следующей неделе. И похоже, данные за первый квартал оказались слабыми. Во-вторых, стабильность статистики по США и комментарии президентов некоторых региональных банков Федрезерва Соединенных Штатов порождают спекуляции на тему повышения ставок в США позже в этом году. Вероятное расхождение курсов монетарной политики Резервного банка Австралии и Федрезерва Соединенных Штатов, а также текущее спекулятивное позиционирование оставляют ауси против американского доллара в уязвимом положении. Дополнительное давление на пару оказывает снижение цен на золото и медь. Ну, видели вчера, как золото снижалось. Об этом еще поговорим позднее. Ну, вчера также вышел релиз от Скотиабанка относительно евро. И они пишут, что в преддверии заседания ЕЦБ, напомню, сегодня заседает ЕЦБ, вот они пишут, что уже евро загодя против американского доллара начал новую волну снижений. Фактически валютные эксперты Скотиабанка придерживаются медвежьих взглядов на евро. Ну, неудивительно, я тоже даю рекомендации только продавать. Так что я их понимаю. Макроэкономические стат-данные по еврозоне остаются слабыми. И хотя по прогнозам сегодня сохранится статус-кво, рыночные ожидания отчетливо склоняются к скорому расширению стимулирования. Сегодня господин Драги будет вынужден дать свою оценку постбрекзитной обстановки и напомнить инвесторам, что ЕЦБ готов принять дополнительные меры для достижения установленных в его мандате целей. Стоит отметить, что дифференциал доходности краткосрочных, например, двухлетних облигаций, гособлигаций США и еврозоны, остается довольно стабильным. Однако его размер, он примерно на вчерашний день оценивался в 1,33%, является весьма привлекательным для инвесторов. Понятно, в чью пользу, да, в пользу американских бондов. Поэтому валютные стратегии Скотиабанка начали отказываться от своих предыдущих нейтральных взглядов на евро-доллар. Вот. И, соответственно, они пишут, что для подтверждения правильности нашего медвежьего настроя было бы хорошо увидеть прорыв ниже минимума конца июня. Однако пара и без того активно стучится в основании недавнего диапазона, предупреждая о скором начале новой волны снижения. Любые попытки роста должны быть ограничены областью 1,1075-1,1080 по евро-доллару. Ну вот такие вот взгляды, фундаментальные оценки.
Ну вот ряд экспертов вчера выпускали релизы, которые, если интегрировать, то примерно можно сделать вывод, что вчера доллар рос к иене и евро на фоне растущих ожиданий повышения процентной ставки Федрезервом Соединенных Штатов, вызванных сильными данными по рынку недвижимости в Соединенных Штатах. Вероятность того, что Федрезерв повысит ставку до конца года, которую сейчас допускает рынок, вернулась к уровню, когда был до референдума в Великобритании. Но напомню, что в пятницу вышли данные, которые указали на то, что розничные продажи, потребительские цены и промпроизводство в Соединенных Штатах продолжали расти в июне, а значит, экономика укрепляется. Показатели занятости в июне, опубликованные ранее в этом месяце, значительно усилились, что снизило опасения относительно спада роста экономики. Руководство Федрезерва почти наверняка оставит процентные ставки без изменений в ходе заседания 26-27 июля. Но они могут более позитивно оценить перспективы экономики страны и предположить, что повышение ставок может состояться уже в сентябре, пишут некоторые стратегии. Рост доллара ранее днем вызвал снижение цен на нефть, что в свою очередь оказало дополнительное давление на канадский доллар. Вот. Фунт вчера проявлял себя как белая ворона на Форексе. Он дорожал к евро, ну там меньше процента, к доллару на полпроцента. Все это на макроэкономических данных о том, что безработица в Великобритании в марте-мае 2016 года упала до 4,9, опустившись до менее 5% впервые с 2005 года. Число безработных в Великобритании в период 3 месяцев по май уменьшилось на 54 тысячи до чуть более 1,5 миллионов человек, а число занятых в возрасте от 16 до 64 лет увеличилось на 176 тысяч до рекордных 31,7 миллиона человек. Вот. Ну, также вот релизы были относительно японской иены. Отмечалось, что рост иены продолжает негативно отражаться на экономике страны. Число иностранных туристов, посетивших Японию в первом полугодии 2016 года, выросло на 28% в годовом выражении, почти до 12 миллионов человек. Там немножко не дотягивает. Однако средние расходы на человека упали на 10% из-за укрепления иены практически ко всем мировым валютам. Иена укрепилась. Таковы данные Национальной туристической ассоциации Японии. Количество путешественников из Тайваня, Гонконга и США в июне было рекордным в истории, а количество посетителей из Малайзии, Индонезии, Филиппин и Вьетнама в первом полугодии подскочило более чем на 30%. В июне Японию посетили 582 500 китайцев, что на 26% больше, чем в июне 2015 года. Однако их расходы на покупки в местных магазинах в расчете на человека упали на 23%. Ну, китайцы прижимистые. Но даже после снижения этот показатель более чем в 2 раза превосходит среднее значение и составляет 123 600 йен. Это где-то 1,15 тысяч долларов американских. С начала года юань подешевел к иене на 14%. Тем не менее, туристов много едет в Японию из континентального Китая. Вот. Ну и продолжая тему иена, можно привести экспертные оценки стратегов из BNP Paribas. Они считают, что в ближайшее время потолок для роста доллар-иена это где-то 108. Ну вот сейчас почитаем обоснование. Они оценивают, что рынок закладывается в ценах на 10% вероятность повышения ставок на сентябрьском заседании ФОМС. А это основной драйвер роста доллар-иена. Однако и на ближайшем заседании 27 июля заявление комитета может оказать временную поддержку доллару и негативно повлиять на динамику рисковых активов. Впрочем,
БНП Париба сомневается, что Холмс непосредственно намекнет на скорое повышение ставок ввиду сохраняющейся туманности перспектив американской и мировой экономики. Вероятно, ликвидация накопившихся спекулятивных лонгов по японской валюте еще продлится какое-то время. И к заседанию Центробанка Японии, напомню, это 29 июля, доллар иена может подняться к 108. Но дальнейший рост пары представляется маловероятным экспертам БНП Париба. Но я считаю, что они частично правы. Правда, мои цели 109, вот выше я тоже пока не знаю. Там надо смотреть на Федрезерв, конечно, он основной драйвер, а не Банк Японии. Ну и вчера были релизы в европейскую сессию, которые интегрально можно обозвать как то, что евро под давлением, и в фокусе центральные события для евро текущей недели, сегодняшнее заседание ЕЦБ и комментарии Марио Драги. Вот. И, соответственно, многие ожидают, что Центробанк Европы в своем заявлении признает, что Brexit выступает значительным негативным риском для экономики еврозоны. ЕЦБ должен сигнализировать, что дополнительные стимулирующие меры будут предприняты в сентябре. Именно на сентябрьском заседании будут обновлены экономические прогнозы. Поэтому многие эксперты ожидают снижения курса евро к осени. Вот вчера появился также очень интересный релиз от Deutsche Bank. И по поводу сегодняшней ситуации на рынке евро и выступление Марио Драги, заседание ЕЦБ. И считают, что Марио Драги придется ответить на неприятный вопрос об итальянских и немецких банках, рассказать, как регулятор готовится принять ослабление делового и потребительского доверия в Европе после Brexit. Ну, фактически, вот в игре, кто первый сдастся, мяч пока на стороне Брюсселя и Франкфурта. Кстати, вот позавчера Европейский суд принял решение, которым признал правомерность действий центральной власти ЕС в Словении, когда интересы частичных кредиторов были ущемлены. Более мягкий вариант, чем конфискация части депозитов вкладчиков на Кипре. Теперь Брюссель хочет, чтобы убытки понесли владельцы облигаций итальянских банков, обычно итальянские семьи, домохозяйства, что наносит удар по рынку перед конституционным референдумом в Италии осенью. Аргумент Брюсселя – владелец облигаций по сравнению с обычным вкладчиком, имеющим депозит в банке, берет на себя повышенные риски. В общем и целом ЕС не желает спасать обросшие плохими долгами банки с Апеннинского полуострова. Возможно, Драги придется коснуться этой темы, а также темы системообразующего, слишком большого, чтобы упасть в Deutsche Bank, где ситуация, на мой взгляд, тоже ахла. Вот. Фактически, как бы островок стабильности от Соединенные Штаты, и доллар может и должен расти в такой ситуации. Ну, вот в этом ключе, значит, доллар покупать против чего? Вот валютные стратегии TD Securities предлагают покупать доллар к канадскому доллару с отметок ниже 1.2750 с целью 1.32, ну то есть фактически 5 фигур. Ждать прибыли. Они отмечают, что за последние 15 месяцев корреляция между курсом доллар-канадский доллар и спредом индексов экономического сюрприза в среднем составлял 77%, что является очень высоким показателем. Но напомню, что индекс экономического сюрприза, рост показателя говорит о том, что большинство вышедшей в последние месяцы статистики оказалось лучше прогнозов аналитиков. Падение наоборот. TD Securities взяли за основу индекс экономического сюрприза, рассчитанный для США и аналогичный индекс для Канады. Затем посчитали разницу между ними. Вот примечательно, что индекс экономического сюрприза для США в последнее время достиг почти 18-месячного максимума.
тому же, что имеет большое значение, рост индекса происходит не за счет того, что слабые данные фактически оказались менее слабыми в сравнении с прогнозами, а за счет того, что сильные данные оказались более сильными в сравнении с прогнозными ожиданиями. За последние несколько недель США положительно удивили такие ключевые экономические показатели, как увеличение занятости, рост розничных продаж и производства. А вот канадский индекс экономического сюрприза двигается в другом направлении. Он достигал максимума в самом начале второго квартала, а затем снижался. Ну, вспомним, одни только лесные пожары чего стоят, да, и так далее. Вот. Ну и напоследок фундаментальные оценки экспертов по поводу золота. В основном снижение цены на золото связывается с ожиданием укрепления доллара США. Вот против в евро золото немножко даже подорожало. Там в евро 1210 евро за тройку унций. Ну а что способствует росту доллара? Это позитивные данные макроэкономические из Соединенных Штатов. Это и по рынку недвижимости, как мы говорили, такие как число закладок новых домов, количество выданных разрешений на строительство в июне. Все это оказалось лучше прогноза. В результате усилились ожидания в отношении повышения ставки Федрезерва. Уже вероятность повышения до конца текущего года оценивается как 43%, а вероятность повышения до конца 2017 года 70%. То есть как бы вполне нормально. Вот, ну, промпроизводство мы недавно говорили, там хорошее. То есть все хорошо. Поэтому, соответственно, давайте я включу экран ноутбука своего и включу MetaTrader. Вот. Начнем с кросс-курса евро-доллар. Рабочий развертка 4 часов. Здесь мало что меняется. Да? Давление. Рынок чисто технически не может преодолеть балансную линию полосы Боллингера. И давно уже торгуется как бы на нижней половине полосы Боллингера. Это сигнал. Вот. Мувинги долгосрочные вниз начали идти. 200-й вниз, 100-й вниз, 21-й вниз. Ну и осциллятор вниз. То есть все фактически продавать вот от балансной линии. Сигналы идут. Что касается среднесрочной перспективы, ну тут конкретно боковик с акцентом на понижательную динамику, потому что находится на дне боковика, и мувинги 100 и 200 падают более активно, кстати, падают, чем на 4-часовке. Спред, главное, между ними растет. И стохастик вниз. Если на викле стохастик вниз, это значит, внутри дня надо преимущество торговать вниз. Ну, это такая вот техническое наблюдение. Да. Фунт-доллар. Ну, тут вчера он немножко подрос, да, а сегодня, соответственно, мы видим, что фактически стоит на месте, ждет новостей. Ну, в среднесрочной перспективе тут по-прежнему вниз, и когда пробьет 1.30, встречать вплоть до 1.26. Ну, доллар-иена. Вчера вот рос, сегодня, видите, опять падает. Поскольку среднесрочная перспектива, она более медвежья, чем бычья. Поэтому рынок, поэтому доллар-иена распродают на всяком скачке вверх. Вот. И, соответственно, видите, медвежий рынок на викле довольно длительный. Вот с этой мощной свечки вниз. Это когда было? 6 декабря 2015 года. Вот с тех пор сейчас небольшая двухнедельная коррекция наверх. Вот. Ну и жду 109 пробития балансной линии, кто-то ждет 108 на ожиданиях заседания Банка Японии. Но основной драйвер, еще раз повторяю, этой пары, это Федрезерв, ожидание сентября. Если что-нибудь вот на следующей неделе, в среду, мы услышим позитивного в отношении ставок. Все-таки макроэкономика неплохая у Соединенных Штатов. Это единственный островок стабильности, где можно вкладываться и зарабатывать деньги. Вот. Ну и вот золото давайте, да, сегодня оно корректируется наверх. Эти две последние свечки 4-часовки наверх вчера мощно падало в ожидании роста американского доллара.
Вот. Поэтому, соответственно, что по-прежнему я остаюсь приверженцем, так сказать, продавать сверхов вот отсюда и здесь где-то фиксировать прибыль. Ну, пусть откорректируется наверх без меня, если откорректируется. Да, ладно, пропущу это движение, а дальше продам. В принципе, довольно устойчивый, но плавный такой медвежий тренд, начиная вот где-то с 5 июля на 4 часов. Да, вот на викли в средней срочке, тут коррекция наверх, она еще не завершилась. Видно, да. Пробитый мувинг был сначала сотый, потом сотый, сейчас сотый пробил уже и 21-й мувинг, скоро пройдет, бьет 200-й мувинг, судя по эволюции этих двух мувингов. Так что сигнал-то наверх. Но ждем, будем встречать тогда повыше, вот выше 1367 долларов за троечку. Оттуда будем продавать. Ну, так что будем продавать. В всяком случае, я буду продавать. Ну и валюты развивающихся рынков, в частности, ЗАР. Тут, конечно, серьезная покупка этих валют. Связана она, на мой взгляд, с тем, что это реальные доходности. Сейчас очень низкие отрицательные доходности в развитых экономиках, на финансовых рынках. Поэтому инвесторы ищут реальные доходности на развивающихся рынках, что укрепляет валюту. Ну и главное, что не растет доллар ЗАР. Вот к сентябрю он будет расти, конечно, тогда мы снова войдем в рынки, в шорты. А сейчас, конечно, я из шортов вышел и смотрю с сожалением, как дальше рынок падает, но уже без меня. Ну, как всех денег не заработает. Итак, господа, вебинар наш завершается. Если какие-то вопросы, пишите в чате. Если вопросов нет, то удачных трейдов, хороших выходных всем. Надеюсь, что вебинар был полезен. До свидания. До следующих встреч. Следующая встреча у нас будет во вторник, в это же время, в 11:30 Москвы. До свидания.